боролись ниндзя по-исландски, после этого Фаей. И в стартовом фрейме англичанин повел атаку. Получил он хорошую позицию, в которой одним подходом серии 96 очков выиграл он стартовый фрейм этого матча. Во втором фрейме также был точен в дальнем ударе Джек, повел он свою атаку. И первый подход 32 очка составил, а вторым подходом довел дело до победы. Во втором фрейме Джек Лисовский, и счет матча стал 2-0. 76. Повел наконец-таки свою первую атаку. Случилось это в третьем фрейме. Синего тут подбивал на группу красных. И сложный удар пошел Хусейн, и красный шар забит. Удалось иранцу за два подхода оформить победу во фрейме, и счет матча стал 2-1. В четвертом фрейме снова хорошую позицию для атаки получил Хусейн. Сложно в начале было вести серию, а затем вышел на плавное чинение Джейка Лафае и одним подходом выиграл четвертый фрейм и сделал наравне с Марком Уильямсом самую крупную серию на турнире 143 очка. Такой иранец, но 25 очков набрал и ошибся Хусейн. Однако повести ответную атаку Джеку Лисовскому удалось, и Бафае выиграл третий фрейм подряд в этом матче. 42. В шестом фрейме повел серию Джек Лисовский. Первый подход 20 очков составил, но второй серию удалось ему выиграть. Фрейм сделать серию 67 очков, и счет матча сравнялся. Джек Лисовский повел атаку, набрал 14 очков и не лучшим образом прошел у него подбой. И начался конфликт Хусейн во фойе. Позиция была закрыта, но довольно здорово действовал Хусейн. Сложнейший поворот в желтую лузу сыграл ранец, а затем ошибся на несложном желтом. Но Джек Лисовский вернулся к столу и завершил фрейм в свою пользу, вновь выйдя вперед на в этом матче. В восьмом фрейме шикарный дальний удар провел Хусейн Фае. Удалось ему повести атаку и все это сыграл. Дабы правой середине. И просто еще выиграл раз. Но набрав 60 очков, ошибся на черном. Начал погоню Джек Лисовский. Позиция была несложно, и лишь один красный был борта. Вывел его на игру Джек Лисовский и даже не набил
А вот на коричневом ошибся, но все-таки Фермин остался за Хосейном во файле. В девятом фрейме точность допустил Хосейн и начал атаку Джек Лицовский. Действовал Джек в хорошей позиции. И за два подхода получил перевес 48 очков. Сложно было догонять Хосейна. Но тем не менее вышел на концовку иранец. Пытался, конечно, побить синий, но не удалось это сделать ему. Ну, а затем ошибся в отыгрыше Рафаэль. И все-таки фрейм выиграл Джек Лисовский. Точно отыгрался. И это позволило начать атаку Джеку Лисовскому. Джек после череды коротких подходов все-таки сумел разыграть позицию и сделать серию 74 очка. Решил Джек свой первый полуфинал. Okay, we're going to see 74 screen and a half.